Бюро находок ищет. Водительское удостоверение Юзеева Ильдара Кашифовича утеряно 13 ноября, возможно, по спортивному обещанному вознаграждению. Водительское удостоверение Евдокимовой Вероники Борисовны обещанного вознаграждения. Сотовый телефон iPhone 5S серого цвета в серебристом чехле утерян 14 ноября в районе сауны Рахат по Химиков 16 обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. В бюро находок имеется. Рыжая такса «Мальчик» с ошейником черного цвета найден на Построителе 4. Пропуск на имя Ярулина Альберта Дамировича найден 10 ноября на остановке Домовой. Социальный проездной на имя Габзалиловой Натальи Владимировны найден 11 ноября по Менделеева 2А. Ключи от квартиры 4 штуки с брелоком «Женечка» найден в районе МГИ. Ключи от квартиры 5 штук с черным ключом от домофона и сломанным ключом от автомобиля. Ключи от квартиры 5 штук с черным ключом от домофона найдены на остановке Сюмбике 26. Детская золотая сережка с белыми и зелеными камушками найдена 27 октября на остановке Спортивная.